Следующий конкурс называется... А можно еще раз? Подождите, еще раз! Не скажем, как он называется, потому что вы разбежитесь. Для конкурса нам потребуется активный подвижный пареньки в количестве 10 человек. Мальчики. Я мальчик. Мальчики. Я мальчик. Я Томми. 5 мальчиков. Я Томми. 5 парней. Пять. А парень номер раз, я сзади. Я не... Нет, ну, короче, ну вы поняли. Парень номер два. Парни. 3, 4. And the last one. 5. Теперь нам нужны... Парни, в правую сторону отошли. Все быстро отошли. Спасибо. Нам нужно 5 девочек. Нет, те, кто участвовали, уже у нас отдыхают. Те, кто участвовали, у нас уже отдыхают. И еще 2 девушки. Одна. Попкорн пережуй. И еще одна девочка. Одна девочка? Да, одна девочка. Девочка. Девушка. А, ну да, вроде не участвовали в конкурсах. Теперь. Не бойтесь, больно не будет. Для того, чтобы мы вас различали. Мальчики поднимаются на сцену, выстраиваются в линию. Девочки стоят внизу. Девочки, разворачиваться вам не придется, не нервничайте. Так, ведущая, Кариленко, пойди ко мне. В общем, суть конкурса состоит в чем? Я вам даю 5 бумажечек. И парням даю 5 бумажечек. Вам необходимо без... Нет, 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 бумажечки у первого человека находятся. Верните, все обратно. Вы эти бумажечки будете передавать губами. И когда последняя 5-я бумажечка вернется в руки, но... Рассказывая условия передачи бумажки, она не передается вот так. Она передается... Потоком воздуха. Вот так. Конкурс называется «Пылесос». Парни, жгите, девочки. Девочки, чуть-чуть. Вы ты берешь первую... Ведущие, вы 2 первых ведущих человека. Вы берете бумажечку первую и передаете в конец. Когда у человека крайнего окажется в руках, не в зубах, в руках 5 бумажечек, та команда и победила. Если упала бумажечка, штраф. О штрафах поговорим позже. Без бумажечки. И тогда уже, может, кому-то придется разворачиваться. Ну что ж, наша ведущая дает старт, и мы начинаем. Ну что, готовы? Судя по глазам, то да. Поехали! Сплошной секс. Я вижу, парни проворнее, чем девочки. О, мало бумажка, штраф. Я вижу, вы самолете уже губами делаете, пацаны. Я все вижу. Остановились. Учитывая того, что парни были первые, но у них было 2 потери бумажки. Наверное, тренировались дома, да? Работаю ртом, парни.ком. Тихонько, я молчу. Заходите, регистрируйтесь. Надо слушать, знаешь, музыку, которая сам Кордос украдена, нормально. Вот. У парней было 2 штрафа. Сейчас, если они эти 2 бумажки... Я просто боюсь говорить, там еще дети не ушли. А, вы на все согласны? Нет. Ты понимаешь, что придется ягодицами зажимать и передавать? Это была шутка, не воспринимай все всерьез. Уже Итак, а так как девчонки были вторыми, мы
возвращаем все 5 бумажек в начало, парни. И еще разочек, пацаны и девчонки. Давайте, не расслабляемся, готовим губки, облизали, облизали, начинаем. И опять саджи дает наша прекрасная Карелевна. Поехали! Стоп-конкурс! Честно вам вопрос? Смотрите, я один есть один вопрос сейчас. Честно могу сказать, у меня просто нет слов, учитывая того, что пацаны 2 раза потеряли бумажку, но при этом бумажка упала, а они целуются. Браво! Что? Плохо целуются? Прости. Хотя потом научишь. Ладно. А то, что девчонки закончили первыми, опять побеждает дружба, и все получают призы от компании Party 2. Получаем! Thank you.